не менее эпичная и классная. В свое время наиграно много десятков часов, и вот сейчас я решил показать вам, что же сейчас творится в Battlefield 4. Возможно, многие из вас до сих пор в нее играют, и я вот думаю, что если меня она покатит, то мы могли делать видео и по ней. Если вдруг есть желание, ставьте лайки и пишите в комментариях по поводу этого. Так, есть. Ох, давненько я не игрался в это дело. Уже не помню ничего совершенно. Ну как, что-то, конечно, помнится. Жмите на курок, чтобы убить. Однако, так, у нас есть мега бронебойная хрень. Свои? Это противник, друзья. Есть. Так, к черту мега бронебойную хрень, потому что здесь и так противник там. Так. Захватываем, захватываем. Гранату туда тогда. Цель Чарли потеряна, друзья. Блинский конь. А где тут этот, кто стреляет? И почему? Кто-то же кто-то есть. Ой, свой. Воу, 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 воу. Попали, кажется, попали. Отлично. Все же неплохо. Аптечку, аптечку тебе, на. Кушай. Кущи, дорогой, кущи. Там заливают. Ой-ой-ой. Так, здесь хардкор, как видите. Нельзя своих стрелять. Да и вообще... Так, только что начал играть, ведь еще подсказки видны. Пока все не пройдут, будут надоедать. Так. Надо было бы, конечно, может быть, и воскрешать время от времени своих, но... Ой-о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 й. Господи, а все, все? Покончились патроны? Да, я забыл, что... Перезаряжаться в этом режиме можно только если... Патронов, дай патронов. Ладно, пойдем заберем пушечку у кого-нибудь из убитых. Вот что у него есть. У него есть раскрашенная во все цвета радуги. Я визуально ее уже не узнаю. Вышло, кстати, несколько дополнений бесплатных совершенно. Ночные карты. Какие-то еще. Два дополнения вышли. Я их скачал, но еще не видел. Будем знакомиться, если сейчас идет. Ну, пока, в принципе, достаточно весело играется и... Неплохо. Так, у нас режим, ну, захват флагов мы видим, захват точек точнее. Так. Немножечко покимперим, видим, там он. Есть! Так. Ай-яй-яй, ну что ж, хардкор, что у нас там? 8-0. Нормально? Да. Так. Помощь убийстве, то есть я все-таки в него попал. Давай уже воскрешай нас. Будем знать, что тратить все патроны сразу нельзя, это вам не нормал. Перезарядились, весь рожок выпал, все, никаких розовых соплей. Цель Чарли наша, цель... А, цель Альфа, они сейчас захватывают цель Альфа, да? Да, хорошо. Тогда давайте здесь сядем и... Ой-ой-ой, сзади, сзади, сзади! Гроза 4. Хм, не помню я эту штуку. Интересно. Так. Что у нас тут есть? Что вы скажете? Свои, свои. Чё паникуете-то? Ой! Мимо. Хорошо, что иногда криволапость спасает союзников. Ах! Болюче как. Лечимся, лечимся и аккуратненько... Есть. Хэт, мать его, шот. Я вижу, здесь сейчас выскочит. Ну давай, появляйся. Ну, покажи свою наглую злобную морду. Нет? Ай! Есть. Ну, это, друзья, хардкор, поэтому я особенно не лезу на рожон. Все-таки опасненько.
Так, пока мы выиграем. Вот. Ай, зачем я перезарядился? Надеюсь, еще осталось обойма. Мне патронил, как говорил Тарас в Сальном Шторме. Вот, сейчас был одиночный режим. Как я лоханулся с этим. О, воскресили. Благодарствуем. Так, я надеюсь, что... Нет, не переключил. Полечимся. Спасибо. И бежим за дробовиком. Здесь вот дробовик. Хорошо. С разрывными... патронами. Так. Воскрешаем. Союзника нас воскрешали. Мы хотели отпросить только что, но у нас в спину из снайперки только что прилетело. 140 уровень уже. У меня сейчас какой 72 уровень? Ну, 11-2. Ладно. Так, начинаем, начинаем. И опять снайпера. Ну, ладно, если уж так, то я тоже могу снайперку взять. Просто это неинтересно будет. Спасибо за воскрешение, и, пожалуй, я спрячусь в канавку. Союзник возродился рядом с нами. Отлично. Так, здесь кого-то из наших убили. Вау, как он шустро. Обалдеть, он еще и второго нашего убил, который за мной бежал союзником. Ну ладно. Быстренько, быстренько. Хм. Я почти уверен, что он должен был бы где-то там быть. Его вроде бы еще не убивали. Давайте обойдем по большому кругу. Так. Оп, вижу. Вижу противника, друзья. Где, 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 где? У нас сейчас стрельба очередями, так и оставляем. Да опять этот снайпер. Изи, блин. Ух. Все, его убили, замечательно. Меня не воскресишь, ну не воскресишь, бог с ним. Сейчас я на тебе появлюсь тогда. Вот так. Аптечку бы накинуть. Угу, хорошо. Так. Все, мы достаточно неплохо побеждаем. У нас 520 поинтов, у противника 320. Его кто-то убил. Видимо, меня спасли этим. Так. Попал в голову. Промазал. Ну, вы посмотрите, а? Надо так умудриться промазать. По-моему, разок его задел, раз он запаниковал. Оп. Есть. Бегать со снайперками здесь, ну это отстой, по-моему. Им, может быть, и весело, но я бы не хотел залипать в угол и отстреливаться. Они проигрывают поэтому, кстати. Убил. Так. Ну что ж, точку С давайте-ка... О-о-о! Да сволочь ты так и бегает. Хорошо, давайте сделаем то же самое. Посмотрим, как они... Как у нас будет получаться. Я уже давно с СВ-98, мой любимый, не бегал. Сейчас ставим на нее прицел. Разведчик, СВ-98. И устанавливаем на нее коллиматорный какой-нибудь на среднюю дистанцию. Вот, например, ОКОК хватит. Так, все три точки у нас. Так, будем надеяться, что мы будем убивать их с первого попадания. Только в этом есть смысл снайперки. Так, ну что ж, сейчас здесь попрут отсюда изо всех сторон, потому что точка А у противника, значит, будут переть где-то здесь. В изменить дальность, да? Я, блин, понял уже. Мимо. Есть, отлично, с первого удара убивает. Вот такого же упыря снайпера только что и выбил. Как и нас сзади. Откуда? Ах ты, ё-моё. Братка 2L2.
Что он там? Какой у него уровень? 10-3. Ну, ему виднее. Дальше. Возрождаемся. И опять побежали с снайперкой. Сделаем заход. Еще один. Да блин. Ой. Не нравится мне снайпера на хардкоре. Уф, просто. Да там и скилла-то как бы не надо особенно. Ну, то есть как... мне тоже никто не мешает. Как и в Battlefront, берите там, хотите DL-44 и вырывайте с ними просто. Я-то вот мажу, да? То есть говорю, что скилла не нужно, а сам-то кашу время от времени, но... это уж дело привычки. Навелся и выстрелил. Так, где, кто? Ну... опять снайпер. Нет, это неинтересно. Ладно, берем обратно автомат. Там хотя бы можно бегать, не бояться, а то здесь по углам шныришься, и снайпера тебя все равно выбивают. Поехали, АК-12. И достаточно. Мы все равно сейчас побеждаем. У нас еще отрыв 170 поинтов. Правда, две точки у них. Нужно бы это исправить. Так, опять у нас снайпера тут, небось, шалят. Ну, пропусти ты, баран! Опять снайпера! Фух. Непорядок. Зажали и все. Так, давайте обойдем их по большому кругу. Вон там вдалеке виднелся выстрел снайпера. Так, возрождение рядом со мной. Хорошо, надеюсь, что мы сейчас выйдем к нему сбоку и сделаем ему больно за все обиды. Здесь нет. Хорошо. Так. Где там подъем из этих... а вот и подъем. Сволота. Разлеглась здесь. Противник, нифига себе, за ум взялся. Ну, посмотрите только. Ну хорошо, что я сейчас С отобью, но... так-то, блин. Так, точка А, видимо, наша сейчас будет. Отлично. А альфа взяли. Си взяли. Есть! С ножа. Фух. Ну, да и ладно. Как бы команду-то мы вытягиваем потихоньку. 27-11 у человека на первом месте. Ну, это уж... это уж надо несколько игр поиграть, чтобы привыкнуть, пожалуй. Так, ну давай, полезь уже. Поехали. А, это уже граната ко мне прилетела. Есть. Меткая очередь. Вон там у нас. А, кто покажется кто-нибудь? Нет? Нет? Ладно. Хорошо, будем бегать с одиночными пока, потому что больше всего снайперов. И частенько нужно метко. Оп-оп-оп. Есть. Ах, опять. Барс. 11-14. Ты какого черта? Он из этих 14... точнее, из этих 11 он 4 раза меня убил. Сволота, везет же. Везет же всяким. Так, ладно. Две точки наши, 230 поинтов. Ну, ладно, нормально. Пик. Мигаем металлоискателем. Нет, мне показалось, что там кто-то валяется, а это труп. Считается как убийство, хорошо. Чуть своего не поранил. Точнее, поранил, даже чуть не убил своего, хотел сказать. Ну. Опять снайпер. По-моему, из своих 12 смертей раз 6-8 я умер только из снайперки. Такое чувство, что большинство команд противника играет с снайперкой, и это отстой. Нет, вот вижу, хотя бы какой-то пулеметчик бегает. Так. Есть. Барс нагнулся. Так. Мы
Хорошо, так, что там у нас? Точка А, эй, потеряна. Отрыв всего-то 140 поинтов. Это не так уж много, если они поднажмут, то могут и... А! Браво. Просто браво. Кемперить тут... Ну, хотя как кемперить? Одно дело стоять на позиции, а другое дело сидеть в углу. И в спину расстреливать. Ну, ладно. На батлфронте я тоже таким иногда... О, сволочь. Помощь в убийстве только. Воскресите, может, кто нет? Видимо, нет. 150, 213. Ну, ладно, еще не все потеряно. Точнее, даже нет, еще... Даже не равно. Будет вот равно, уже будем паниковать. Пока все нормально. Так, сейчас забегаем сюда, закинем им гранату. Мало ли там до сих пор кто-то остался. Ну, вдруг, на всякий случай. Нет, хорошо. Хоть это хорошо. Лечимся. А, да ладно. Воу, воу. Так. Что-то наши друзья... приуныли и сливают. О, отлично, залезли. Захватываем точку. Они цель Си захватывали, пытались, по крайней мере. Готов, красавец. Есть! Убийство помощь в подавлении. Так, хорошо. Би наша, Си наша. Си не наша, Эй наша. Ну и нормально. Видите, что еще нужно для счастья? 300-185. Больше кемперите, козлы. Вам это аукнется еще. Горе-снайпер. Горе-снайпер. Вот-вот... Нет, не воскрешу. Так, сейчас мы переключились на авто. Кажется, кажется. Когда кажется, креститься нужно. Так. Нет, никого. Ай. Откуда прилетело-то? Сейчас убьют. Вау. Классно получилось. Они там кемперили, а я их и порезал шампалами лучше. Есть. Гроза всех снайперов. Так, 27-16. Ну, друзья, для игры после такого большого перерыва это вообще, по-моему, отличная статистика. И мне не стыдно. Из лука убили. Это, наверное, красиво. 290-140. Ну, тянем пока тянем. Тянем потянем. Я думаю, вытянуть мы сможем. Хито стрелял. Кто стреляет-то? Откуда? Ой, это, блин, это противник. О, Барс взял аж... А, это 94-й. Так, откуда снайпер бил? Мне показалось же, кто-то здесь был, нет? Ну ладно. Ага, Барс. Тебе снайперки, ты из себя ничего не представляешь, да? Только если выскочить в лицо. Да, если снайперки, ты из себя тоже ничего не представляешь. Так, перезаряжаемся. Есть. Лазерный прицел, это классно. Опять из лука. Красота. Лепота прямо пью в лицо. Ну что ж, это молодец, это вам не это... Я хотя с луком не пользовался, но думаю, что это круто. Так, поехали дальше. Так, цель Чарли потеряна, зато у нас все еще две точки. Так, воскрешаем нашего союзничка, аптечку ему. Воскрешаем. Ясно. Да. Он был с тем дробовиком с разрывными патронами. Ну, кто же знал, что выйдет-то. Я надеялся, что успею и отойду за угол. Да не успел. Бывает. Поехали, поехали. Так.
Какая красота. Слушайте, игра уже сколько? Я не знаю, сколько ей лет. Ну, дофига. А выглядит она все еще замечательно. То есть от Battlefront, конечно, отстает очень сильно, но в честь там того, что как бы технологии другие, да и... Движок тот же допиленный, по-моему, это Frostbite же был, да? А вот визуальная часть, конечно, немножко отстает в плане текстурок. Но в остальном эффекты и все дела просто на уровне. Ого-го. Вон, вижу. Видел. Есть. Полечиться бы, не полечился. Ну ладно, зато снайпер убил перед смертью. Так, в принципе, неплохо. И только искорки из глаз. Он у нас в бою союзник, да? Нельзя воскресить. Вот, можно. Так, аптечку. Опять снайпер. Братка, давай посмотрим, сколько у него стата. Отстойно у него стата. Недоразумение, не стата, честно говоря. Все, готов, красавец. Оп. Ножиком в лицо. Да ладно, ножиком со спины в грудь, а не в лицо. Зато я барса зарезал. Это сволочь со снайперкой, отлично. А меня опять из лука убили. Слушайте, а этот чувак, который на первом месте с луком рубит, очень неплох. 36 фрагов, 27. У меня сейчас 32, например. Воскрешаем. Давай, поднимайся. Я как некромант. И садник империат, и мы будем. Владение штурмовой винтовкой дали... Опа, с луком, чувак. Наконец-то я его убил. А, нет, это этот медик был. Это не тот чувак, который на первом месте. Ладно. Вот он. Вот я его... Нет, опять не он. Хорошо. Изи. 30-50. Так, 38-22. Ну, почти один к двум. Два к одному, точнее. Соотношение. Еще бы немножко сейчас дотянуть. Сколько там, пару фрагов. Может, здесь, если посидеть, то и будет. Нет. Видимо, нет. Раз там наши сидят. Так, осталось 11 поинтов. Так. Сейчас оттуда выпрут. Есть. Воскрешайся, вставай. Есть. Ну давайте, все, осталось 2 поинта. Захватываем флаг. Какое мы место занимаем? Второе. 40-23. А? Сколько у нас там поинтов? О, целых 1500 почти. Чтобы занять сферы место. Ну да ладно. По фрагам ничего, по игре тоже получилось весьма себе неплохо. Фух. Что ж, друзья, неплохое возвращение в Battlefield. Если вам хочется еще игр по этому Battlefield 4, либо по Hardline, он у меня тоже есть. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Вы дадите мне знать, что нужно писать дальше. И, конечно же, подписывайтесь на канал, дабы быть в курсе всех событий. Впереди столько всего интересного, а теперь и красивого. Всем пока.